Веселая зажигательная песня для молодого исполнителя Мавсеса Петикяна была написана в Ереване известным автором и композитором Баграмом Петросяном. Аранжировку написал Эдгар Алексанян на студии «Дуэт Ро». 2 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге был назначен съемочный день клипа в клубе-ресторане «Веселый барин». Клип снимался компанией «The Movie». Режиссер Карен Багдасарян, оператор-постановщик Давид Новоян. Песня, на которую проходили съемки клипа, называется «Ярос». А суть истории в следующем. Главный герой отдыхает с друзьями в ресторане, где он в один прекрасный момент встречает девушку своей мечты. Парень и красавица влюбляются в друг друга с первого взгляда. На этом простом сюжете и завязывается сценарий клипа. С огромной радостью и самой счастливой улыбкой на лице представляем миру позитивный и эмоциональный клип «Ярос». Героев и яркие эпизоды сценарий обрел непосредственно перед съемками. Продуктивная ночь обсуждений, работа над сценарием, и можно начинать подготовку. Команда «The Movie» никогда не возьмется за серьезную срочную работу, если съемки не будут основательно подготовлены. Прибыв на место съемок, было обнаружено, что на объявление «Кто хочет сниматься в клипе» откликнулось очень много людей. В общей сложности на съемочной площадке присутствовало около 80 человек. Самое сложное было свести всех участников съемочного процесса воедино. Это удалось сделать благодаря координаторам. Девочки были направлены на наведение красоты к опытному гримеру Дарье Архангельской. Парни подготавливали реквизит для съемок. Начались репетиции главных сцен клипа. Хореограф Манук Оганян поставил 2 танца для клипа – танец массовки и танец главных героев на сцене. Великолепную актерскую работу показали главные герои – Тигран Бабаян, Размик Мирзаян и Нарек Варданян, которые умопомрачительно исполнили сложную хореографическую композицию. А исполнителю Мавсесу Петикяну пришлось разучивать танец прямо во время съемок, что ему с легкостью удалось сделать. Мерцают вечерние огни и светомузыка. Дым заполняет пространство. Атмосфера, что надо. Средь танцующих людей и громкой музыки самую яркую вспышку издает свет влюбленных глаз девушки и парня. Их чувствами, страстью и загадкой пронизана вся сюжетная линия клипа. Сценарист не раскрывает всей загадки даже по окончании, предоставляя возможность каждому человеку, просмотревшему эту историю, пофантазировать. Что же стало с влюбленными потом? Может, это мимолетное увлечение, а может, настоящее чувство, вспыхнувшее так внезапно? За кадром потом останется работа съемочной группы «The Movie». В тот момент она работала и творила, и никакие форс-мажоры не мешали воплотить смелые идеи в жизнь. Даже мороз минус 15 градусов не помешал оператору снимать сцену героев в машине. Последний кадр и, как полагается, разбитая тарелка. Стоп! Снято! Всем спасибо! Все свободны! Компания «The Movie» в лице Давида Новояна и исполнитель песни «Ярос» Мавсес Петикян благодарят режиссера Карена Багдасаряна, съемочную группу инженеров Игоря Хвостовского и Илью Клюжина, фотографа Алину Пономареву, гримера Дарью Архангельскую, актера Александра Германа, хореографа Манука Оганяна, администраторов Лилит Аристокисян и Екатерину Мажарову, а также выражают огромную благодарность каждому, кто принимал участие на съемках.